вот Салатынский поезд, это был неплохой. Видео у меня на канале будет. Видеть. Подписывайтесь на канал «Железнодорожные путешествия». А с вами канал «Просторы железных дорог». Колымагу, на балансе Киев, паз загибающегося транса. Вы говорите, что электричка не нужна? Посмотрите, сколько людей. Трамваи протекают, как сараи. Что там у нас еще? Автобусы. Уважаемый Киев-Пастранс, посмотри, сколько электричкой пользуются людей. Киев-Пастранс, хватит издеваться над людьми этими сараями. Трамваи – дерьмо. Троллейбусы дребезжат – дерьмо. Трамваи вообще протекают, как сараи. Это вообще ржавая рухлядь. What the fuck is this? Европейская нахрен столица. Транспорт уровня средневековья какого-то. Уровня GTA 4. Там поезда. Фирменный R9M с электронным табло чего стоит? Ни хрена, у меня был Шалкиновский, вообще классный поезд. Так, Киевский, да? Простор железной дороги, мы бачим В80Т, 1827. Давай, ВЛ-80. Что ты дудишь, блин? Где электричка? Подписывайтесь на канал «Железнодорожные путешествия» и «Просторы железных дорог». Скаженный ВЛ-80К. Просторы железных дорог, и мы видим наконец-то шестивагонку, а не четырехвагонку. R9M 524. О, уже за 30. А нет, третий вагон свободно будет. Конечно, это походу был типа. Сейчас мы посмотрим, как люди отсюда вылетают. И как мы зайдем в нашу тягу, это вообще будет отдельный сюжет и отдельный влог на эту тему. Видите? Люди едят дрова. Малиский Оркуша. Ладно, не помню. Вот так оно, набираться на работу на тяге. Активную электричку хоронить, это себя не уважать. Да, видно, что опаздывает. Быстро высадила пассажиров и поехала. Ну вот она сейчас отправляется. Пока железнодорожные путешествия строчат отзыв на Солотвина, мы видим, как что-то очень мало людей вышло с этой электрички. Наверное, только до Выжанской люди доехали и все. Люди поняли, что они просто уже не успевают. Ну, а на данный момент электричка, которая должна прибыть в 8.17, опаздывает на 20 минут. Гениально просто. Великая логика Киев-Пастранца с товарными пассажирскими потягами, ой, поїздами. Дивіться, до речі, залізничні подорожі не виклали сюжет каналу «Україна». І навіть ще забули про нього. Дальше будет. Дальше больше. Да, добрый день, мою запись. Вот она. Мою запись это блин. Ай-яй-яй, R9M530. Позорище. Я...
стою. Так, отлично, я понял. Ну и едь, как хочешь. А я опаздываю на работу. Это мне Да, блин, КПТ дает, посмотрите. Господи, капец какой-то. С вами канал Простор Железных Дорог, и это просто какой-то трэш. Даешь маршрут Казатин Киев. Не, не поеду, я сейчас завтра на. Да. Все, извините, но я.